Всем привет! Добро пожаловать на канал Foxtail, с вами Катерина, и сегодня мы погрузимся в бас-симулятор 21, в будни водителя автобуса в городской среде. Да, я буду водить огромный пепелацу. Ну, ты знаешь мой уровень вождения, поэтому, по крайней мере, я обещаю, что будет весело. Игра классная, судя по трейлеру, который я видела, нам с тобой точно понравится. Поэтому мы сейчас начнем новую игру, мне уже не терпится. Но перед этим я тебе покажу, что здесь есть создание водителя. Вот это мой мужчинка, красивый, согласись, мускулы у него какие. Муравьишки бегают, пот его слизывают, довольные. Но также здесь можно создать женщину, ну, которая уже в возрасте, да, вот такого, вот, в возрасте женщина есть. Есть те, кто уже прям конкретный водитель автобуса с 10-летним стажем поедания пончиков. В масках, вот такой. Но это не водитель автобуса, нет, это какая-то забугорная зашла. Плюс здесь можно поменять лица, цвет волос, бороду, усы. Вот это все меняется. Можно маску даже поставить. Не хочу. Не хочу. Одежду можно поменять. Я выбрала такую маечку, ну, потому что жарко. Это вот у тебя за окном снег и дрянь. А мы будем с тобой играть в жаркой среде. Вот эти велосипедки я хотела надеть. Ну, вот он прям мне с экрана постучал, сказал, ты в своем уме, девочка? Наш же ближайший пенсионер клюшкой своей оприходует за такой прикид. Поэтому мы выбрали обычные джинсы скини. Цвет тоже можно менять. А, видал? Видал? Класс. Все. В принципе, я тебя познакомила. У меня такой останется. Мне он нравится. Чего бы ты ни говорил, он шикарный мужчина в очках, умный. Прям как я. Давай начнем новую игру. А, политика, конфиденциальность. Пожалуйста. Подожди. Нет, подожди. Давай. Я все принимаю. Окей. Angel Shores. А это закрыто? Закрыто. Доступно после. Ага, хорошо. В Angel Shores можно достичь американской мечты. Начать с одного автобуса и построить гигантскую транспортную империю. Бизнесмены, работяги и семьи, решившие отдохнуть в Арнольд Парк. Всем нужно как-то добираться до цели. Эй, Арнольд. Прикольное название. Приложите максимум усилий, чтобы превратиться в водителя всеобщей мечты. Не забывайте о главных правилах. А это мы знаем. 3D. Дай дураку дорогу. Давай начнем уже. Как начать-то? О, выбрать режим игры. Прикольно. Экскурсант. Играть и расслаблять. Это я хочу. Прям для меня. А, ну есть настоящий водитель. Наиболее реалистичный режим. Круто. Член комиссии. Развивать сеть ваших маршрутов. Ну, пальцы обсасывать не хочу. Хардкор, транспорт, это ваше истинное призвание, человек-паровоз. Нет. Давай настоящий водитель с золотой звездочкой. А, компанию. Ну, на манеже у нас все те же. Слава богу, обучение давай включим. Не знаю режим песочницы, за что отвечает, поэтому оставим по умолчанию. Принять. Да. А, отправляйтесь к Мире и посмотрите на нее. Ну, я... великолепная Мира, мир тебе... в дом и в очко. В очки. Привет, я Мира, рада познакомиться. Я помогу вам заняться перевозками. Очень хочу заняться этим проектом. Ты хоть рот-то научись открывать для начала, моя хорошая. Ну, начнем по порядку. Мы автобусная компания, значит, нам нужен автобус. И выбирать его будешь вы. Посмотрите на эти три автобуса. О, мне первый раз доверили выбор тачки, прикинь. Что, прям вообще могу выбирать, да? Где мои ноги? Цок-цок-цок-цок-цок. Так, ну я понимаю, выбрать нелегко. Не торопитесь, времени у нас хватает. А, тут какие-то у нас характеристики есть. Радиус поворота, мощность двигателя. Мы выберем с тобой помощнее. И так как я девочка, и в автобусах вообще не в зуб ногой, я буду выбирать тот, что красивенький. Этот красивенький не очень. Мне не нравится вот этот цвет лайма. Так, ну это... Мэн. Ну, на мужчинке бы я поездил. У него какие-то сидушечки синенькие, вообще не в тему. И он не такой мощный. А это... О-о-о, а это Мерседес. Слушайте, давайте возьмем Мерс. Мерседес-Бенц. Продадим, купим 4 газельки. Вообще бизнес будет. А? Я хочу Мерс. Он вообще мощный двигатель. И стоячие места, и посадочные. Чего только нету. А, откройте переднюю дверь автобуса. Так. Ага, все поняла. Я его беру, Мирка. Славный выбор. Ни хрена себе славный. Не то слово славный. Теперь самое интересное. Садитесь за руль. Взаимодействуйте. Сесть в него.
Как сесть-то? А, занятия в... Фига себе! Куда ты побежал? А, ты ко мне бежишь. Я тут читаю. Включите масштаб в кабине. Oh, давай включим. Что может быть лучше новенького автобуса? Лучше всего, если он не в автокредит. Ready, если ты научишься открывать рот. Ну что, все готовы так? Сколько кнопок? Я же... Это касса. Билеты, табло автобуса. Пандус, ручной тормоз, тормоз-заменитель, тормоз за рулем. Ё-моё, я в жизни не разберусь. Выбрала я себе игрушечку для отдыха. Переключите зажигание. А, три поворота ключа. Это я умею, меня учили. Чудесный звук, не правда ли? Обожаю его. Врум-врум. Не забудьте включить фары. Хорошо. Так, врубили. Свет, включите весь свет в салоне. 8-9. Так день же, ты чё, слепая что ли? На тебе. Ах, да, и снимите автобус с парковочного тормоза. А, это запросто. Переключите вид от третьего лица F1. Фига себе. Фига себе, я прям себя вижу. Ой, ой, а где я? Какой я красавец. Там живая, спишь что ли, засыпаешь? У тебя женщина засыпает. Как ты можешь рядом с таким красавчиком засыпать, а, Мирка? Дай назад переключить. Возможно, стоит немного привыкнуть к автобусу. Просто покатайтесь вокруг здания. О. Клаксон, подожди. Тык-тык-тык, на маникюренными ножничками своими ручечками долблю по клавишам. Провести тест-драйв. Хорошо. Выехать с площадки. Как поехать? Мы не едем. А, у нас дверь открыта. А как закрыть дверь? Я могу выйти? Подожди, нет. Погоди. Где кнопочки-то? Эй, алло, подсказки. Во, дверь 1. Я же говорю, где-то видел. Дверь 2. Все, можно теперь ехать? Получится? Получится. О, фу, а то не получалось ни хрена. Вот это я еду. Клево. Так, я вижу желтую штуку. Мне сюда, да? Окей. Ё-моё, стой, 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 стой. А как заехать-то? Ой-ой-ой-ой-ой! Значит, вам нравится эта модель? А у меня что, есть выбор? А, ну да, у меня есть выбор. Да хочу купить. Да, конечно, я уже села. Все, место себе нагрело. Этот автобус станет первым в системе общественного транспорта Angel Shores. Подождите, пора отправляться в первый рейс. GPS-навигатор покажет путь до первой остановки. Погоди, колесики я выкручу. Ты знаешь, как тяжело управлять таким огромным пепелацем, а? А чё я не еду? Тихо. Тихо, мой золотой, тихо. Стой, стой. О, въехал. Отлично. Так, навигатор. Где, мать вашу, навигатор? Она... А, вижу. Так, мне сюда. Ай-яй-яй. Откуда вы упали, десантура? Пошли, подвезу, красивые. А? Ну, чё не так-то? Во, выехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что-то у меня... Куда ты побежал? Пешеход убегает. Стой, стой, вы... Стоп, погоди, мне так неудобно. Вот. Езда напротив движения. А, это встречка. Да подожди, я... Подожди, сейчас я вернусь на свою полосу. Все вон разбегаются. Катя едет, все кардио начинают заниматься и молиться заодно. Подожди. А, я поняла. Все, я поняла, как рулем управлять. Все, 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 все поняла. Врум-врум! Беги-беги! Пробежка занимайся. Смотри, у меня есть камера даже вида вон снаружи автобуса. Заднего, наверное, это как называется. Тут прям чуть-чуть повернул, и автобус ведет. Повернул сюда, автобус туда ведет. Я вижу, куда мне ехать по мини-карте. Шикарно. Я нежно... Стой, дай я проеду. А, тут сигнал светофора красный, да? А я на зеленый, все на зеленый, нормально. Тут же прям правила надо же соблюдать. Ага, хорошо, едем. Здорово, люди! Скоро я вас буду катать на себе. Прикольно. Слушайте, интересная игрушечка, мне нравится. Но она пока меня не расслабляет, пока я в диком напряге. Но я думаю, как только я научусь более-менее водить, чувствовать габариты автобуса. Сейчас я не чувствую габариты автобуса. Во, видишь, какие слова знаю?
Вот. Как только я научусь чувствовать габарит автобуса, сразу же, я с тобой буду расслабляться. Первая остановка, я вижу, видите разметку? Она показывает, где лучше... И что ты меня подрезаешь? Едь давай. Так. Остановитесь на автобусной остановке. Неудачное место. Как неудачное? В смысле неудачно? Так, двери открыть, включайте поворотники при остановке. Что надо? Двери открыть. Чуть-чуть назад сдать. О! Зашли все? Закройте двери, можно ехать. Как они все зашли-то? Через двери я ж не открыла даже. С остановками разобрались. Теперь пора поговорить про график. Ух, на таймере отображается оставшееся время. Получается, лучше не сдавать. За 8 минут мне надо доехать до следующей остановки. Поехали. А что там про поворотники? Типа, когда я подъезжаю к остановке, надо поворотники включать. Хорошо, я запомнила. Полиция, ой, мимо полиции проезжаем, прям, все пристегнулись, быстро все пристегнулись, ремень поправь, быстренько поправь ремень, а то сейчас мне штрафы нужны, вот это у тебя гнездо на голове, мадам, вот это, у тебя там сороки вьются, смотри-ка, что не так, автобус у меня немножко таскает, потому что наледь, смотри, видишь, какая наледь на асфальте, знаешь, что надо сделать, надо, вон, колокола бьют, помолиться и спустить давление в шинах, чтобы резиночка стала помягче на колесиках. И маневренность лучше была. Ты куда пошла-то? Ты не подрезай, моя полоса! Если тебе кажется, что я... А почему я херакнулась? Странно управляю. Ну посмотри, как пешеходы здесь ходят. Ты чё? Я просто бог вождения этого мира. Ой, только б не задавить никого. Ой, только б не задавить. Опа. О, видал, как я руль вырублю? Практически полицейский разворот. С пассажирами, с пешеходками. Надо быть аккуратнее. Людей будем пропускать. Потому что пешеход, это как минимум от 5 до 10 УК РФ. Нам не нужны эти саранчи в нашем забитом радиаторе. Поэтому едем аккуратненько. Людей уважаем. Себя не даем гнобить. Все отлично. Так, первая остановка. Ух ты, как много пассажиров для первой поездки. Остановись. Наклонить. Фига себе, пневматика. Как тут оказалось? А тебе что, венок на голове? Ты видел, как автобус этот наклонился? Эй, лаврушка! Ты че стоишь? Куда она пошла? Заходите! Ой, мадам с гнездом зашла. Привет. Кто заблокировал дверь? Попросите кого выйти. Пассажир блокирует дверь. Какой? Ты что стоишь-то, а? Тебе что, особого пинка надо? Заходи давай. Поговорить с ним. Так, погоди. Мне что, ему ручечку подать, слышь? Я аж охрипла. Заходи давай, миледи. Ковбой, ё-моё. Понаехали с Дикого Запада, дикари. Так, закрывайте двери, закрыли. Теперь автобус выравниваем. Автобус наклоняется, чтобы коленочки их не... Пешеходные не хрустели. Забота о людях. Что там правило? На всякий случай, например, что на перекрестках можно поворачивать направо, даже если на светофоре горит красный свет. В некоторых штрафах... В некоторых штатах можно поворачивать на красный. А можно вообще, в принципе, ездить на красный? В моей игре. Я могу повернуть. Все понятно. Я не знала такое правило, что можно поворачивать на красный, если он направо у тебя. Погоди, я ж хорошо поворачиваю. Опа! Надо и на руль смотреть. Ой, и дорогу видеть. Как это тут прикольно и тяжело. Мне нравится очень. На следующей остановке к нам присоединится мой друг на инвалидном кресле. Теперь можно разложить пандус. Асх, заедет в салон. Вытяните пандус. Г.
и двери открыть, да? А надо автобус наклонять. Неудачное место для остановки. А где пандус-то? Ой, нет, подожди. Подожди, а где пандус-то? Фига себе, пандус. Ну, блин, всяко лучше, чем ничего. Он причем сам выдвинулся, самовыдвигающийся пандус в автобусе. Мы где? Явно не в России. А это инвалид? Да, вот этот можешь сказать, ну я инвалид. Привет, Мира. Привет, Эш. Рада тебя видеть. Спасибо, что ответил на приглашение. На общественном транспорте перемещаться по городу мне будет куда проще. Это хорошо, так дожила приятной остановки. Фига себе, инвалид. Ты просто посмотри, колясочка моднява, причесочка, борода, как у Вассермана. Говорит, Катя, сиди не взбухай. Вот какая должна быть реальная забота о гражданах, а не вот это вот все. Так, двери закрыли. Автобус вырыли, пандус. Въехал. Ну, поехали дальше. Ребятушки, пристегивайтесь. Отправляйтесь к четвертой остановке. А что ты не едешь-то? Все понятно. Опа. Че, я поворотник включил. Че тебе не нравится? Самоотключающийся поворотник. Включение... Все, у меня плюсичек пришел. Замечательно. Какие... Мне еще не хватало аварии, у меня нету этого, ОСАГИ. Каска на голове есть, ОСАГА нет. Ты там подожди, Ё-моё. Да почему, блин, он так близко? Это не я врезал, чтоб ты понимал. Это он задним ходом въехал мне в этот, в передок, понимаешь? Мне-то пофиг, он мне только решетку радиатора повредил, а сам себе там все разделал. А мы поворачиваем сюда. Мадам, подожди на своих ходулях, да я заверну. Правильно, что передумала умная переходить, тут я еду. Пешеходы сразу чувствуют, что я за рулем. Прям сразу, мне прямо. Можно я поеду прямо, красный? Давай переключайся. А ничего, что я на встречке, да? Нормально? Ну, я думаю, нормально. Так, ты не засыпай, ты меня инспектируешь. А чё нету? А сколько ждать так, пока сигнал загорится? Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здание театра, Любовь и Голубь. Ага, а здесь что? Короче, мне надоело что-то. Можно я поеду? Во, зеленый поехал. Все. Вот это я как чувствовала. Улица красных фонарей. Замечательно. Направо мальчики, налево девочки. Или наоборот. Обезьяны с дерева спускаются. Капец тут люди. Так, едем. Главное, чтобы тыквы вот эти мне на автобус... Не попадали тыквы, говорю, вы не попадаете под моими колесами. Я ж днище. Защиту картера задолбаюсь очищать. Водителям автобуса иногда приходится продавать билеты. Предлагаю попробовать на следующей остановке. Кондуктор, нажми на тормоза, я зайцем проеду в никуда. Я что, двойную работу? Вы мне сейчас салон автобуса заставьте мыть. Тихо, аккуратно. О, поворотник был. Все, поворотник отключаем. Типа мы его вовремя включили. Ты что стоишь? Выходишь, выходи. Все, что дальше? Привет. Пассажир просит билет. Можно купить билет? Привет, Джеки, как дела? Привет, Мира, все отлично. Спасибо за приглашение. У тебя эта фотка в паспорте с тобой не соответствует. Альбиносик мой любимый. Пассажир просит билет. Включите кассу КТРЛ. Вот, мы и добрались. Первый рейс очень волнительный. Телефон-то убери. Обычный проезд есть. Билет на один есть. Количество один. Печать. Вот это я умничка. В смысле сдачу дать? Я что, еще считать должна? А тебе что, без сдачи нет? Что с крупняком-то заходишь? 10 евро нужно сдачи 3,80. Так, ну это... Алло, учительница математики, подскажи, как... вот, все, отбой. Ну что, школу закончила в 1705 году. Вот так вот, лови. А остальные-то куда пошли? А где... Да, слишком много сдачи дала, правда? Ну и ладно, два раза перещелкнула, бывает такое. А почему остальные-то не заплатили? Ты платила? Билет покажи.
Откуда? Не надо из-под задницы вставать. Нет. А, у нее есть билет. У этого есть билет. Ну, инвалиды, естественно, спрашивать не будем, ему все бесплатно. Ну тебе точно бесплатно, ты скоро битый будешь. Мать, ты что трясешься? В больничку едешь? Ой, говорит, да нет, в сад-огород еду. Вон, видишь, какую блузочку надела цветочную. Пойду своей клумбу древнюю поливать. Так, поехали дальше, в общем. Я поняла, что надо сдавать сдачу правильно. Ну, он красивый был, я ему немножечко дала больше. Ну все, идет по плану. Следующая остановка будет последней. Классно. Ну, поехали. Ой, нам все по прямой. Че не так-то? Все ж правильно. Ой, надо на зеленый успеть. Я знаю, надо успеть на зеленый. Я на желтый. Бля, красный не успела. Я пешеходку перегородила. Сори, кто тут хотел перейти? А долго он будет гореть? А если я вот сделаю так? А если я вот сделаю так? Я могу выйти. Прикинь, пока красный, я могу подойти к людям. Привет! Слушайте, новый автобус. Заходите! Первая поездка бесплатно. Кроме тебя, но тебе уже видно, много раз ездили. Ой, зелененький, все, я здесь. Так, занять место. Шестерка, погнали. Класс, супер, мне нравится. Вот последняя остановка. Все, стоп. Я не буду сильно заезжать. Спасибо, что с нами. Понадобится... Так, пандус, хорошо. Так, потом Г, потом это. Все сделали. Да я выйду, посмотрю, как пассажиры выходят. А что они сидят? А, не на автобус. Я же заехала. Блин. Я же заехала. Вот. Все, теперь можно, да? Окей. Так. Шикарно, теперь посмотрим, как. Bye. Благодарю, bye, пока. Nice. Ой, смотри, как выходят зайцы полные, не платят. А я тебе что, дверь не открыла? Я же ему открыла. Я же все двери нажала открыть. Уйдите, дайте инвалиду выпущу. Так, и что? Ой, покатился. Я давайте помогу. Катись, мы сужены. Пассажиры вышли из автобуса. Первый рейс завершен. Славно сработано. Тебе нравится, правда? Мне тоже нравится. Осталось только доставить автобус в депо, оставить его там. Ага, и можно кофеечку жахнуть. Мне тут не только кофеечек, но и коньячочек не помешал бы. Прикольная игра. Мне реально она очень понравилась. Мне надо разобраться с вождением. Но это все с опытом приходит. Опыт, сын мамашки трудный. Дай-ка я заверну нормально. Вот. В целом я поняла. Да не бегите, я не собираюсь вас давить. Чего вы переживаете? От меня больше тротуары страдают. Надо... Вот повернула и выставила прямо. Повернула, выставила прямо. Все понятненько. Все замечательненько. Ну это Мерседес. Что ты хочешь? Это же не пас, вырви глаз. Пам-пам-пам. А куда мне ехать? А, ну просто по прямой. Спасибо, что последний маршрут у меня по прямой. Мне так будет проще. Я, кстати, забыла поворотник, когда отъезжала с остановки. Да, это мой косяк. А, нет, нифига, я поехала прямо. Зачем мне там поворотник нужен? Че стоим? Сейчас догоню. Тормозной пункт же, блин! 231 бакс? У меня нет столько денег, вы че? Я ученик, с ученика взятки гладкие. Это же тормозной, это же автобус, он же моментально не остановится. Хорошо. Но теперь мы видим, что прилетает штраф, если мы врезаемся в другую машину. Что там днищем-то я царапаю? Алло! Медленно подъезжать. Я подъехала бы медленно! Но у меня выхлопная труба отвалилась. Так, медленно, хорошо. Как медленно это как? Медленно это Катя, потихонечку. Ага, заезжаем, да? Прям туда? Теперь припаркуйтесь. Ну вот, все готово. Отлично. На тормоз ставим. Тормоз. Тормоз выключился. Выключите свет в салоне в 8.9.0. Основные фары выключили. Подожди, это включила, выключила. Переключите зажигание.
Да подожди, вот. И откройте переднюю дверь. Окей. Мы с командой поможем вам проложить замечательную транспортную сеть, которая охватит весь город Angel Shores. Ух, славный автобус. Простите, я не представился. Стив, начальник ваших автобусных депо. Мы с ребятами занимаемся обслуживанием припаркованных автобусов. Парковка пускай займется Стив. Первый день прошел прекрасно. Увидимся завтра. Здравствуй, кофейный аппарат. Я в него прям ввалилась. Новое задание. Доброе утро. Готовы к новому приключению? Да-да-да-да-да-да. Эй, ты что там сказала-то? Эй, куда? Где мой автобусик? Где мой автобусик, слышь? Вот, вы можете сесть за руль в любой момент. Выгоняет. А кто мой автобус выгоняет? Ты кто такой? Дидан, пошел вон, это мой автобус, слышь? Это мой автобус, это мой, угоняет. Эва, выходи! Да почему? Это же мой автобус! О, я пересела. Выгнала. А почему он... Я оставляла его нормально. Давайте поедем по нему и не забудьте уроки, усвоенные вчера. Помните, что... Короче, я автобус оставляла нормально, а сейчас он покорёженный. Смотри, насколько спущены колеса. Я говорила чуть-чуть спустить колеса, а не так сильно. Ой, короче, у нас с тобой новое задание. Но мы с тобой его начнем уже в следующей серии. Потому что мне хватило приключений на сегодня. Блин, прикольно управлять автобусом. Я хочу теперь такой руль, чтобы ручки прям взять и ехать. Прям как по-настоящему, как взрослая девочка, а не клавиши передвигать. Но мне понравилось. Я сейчас поднатарюсь в вождении. Мы с тобой просто будем ездить и получать удовольствие от открывшихся пейзажей. Надеюсь, тебе понравилось. Пожалуйста, пожми лайк, напиши комментарий, помаши ручкой подписочки. До встречи в следующей серии. Всем пока-пока. Не, ну какой же ты у меня? Тебе мускулы мешают водить нормально. Ты меня перед людьми опозорил. Все думают, что я плохо вожу, а это ты не можешь.